Ну вот это счастье, скажи мне. Ну цок, 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 цок. У него уже голова трещит, он думает, что мне делать. Ты еще и злишься на него? Сейчас Даша позавтракает. Мы начнем потихоньку собираться в группу. У нас все то же самое на завтрак. Яблоки, каша и два печенька в молоке. И мой кофе. Это не мое, это мое. Это мне, это Даша. Я видела, как ты пультом по микроволновке лупасила. Да, что скажешь по этому поводу? Так, лучше развернуться и уйти подальше. Не надо крутить их на работы, Даш. Даш, Даш, ну подожди. И там не надо крутить. Вот посмотри, ну везде надо успеть, правда? Сегодня таки прямо событий из событий. На русских каналах стали появляться названия на русском языке. Я такого вообще еще не видела. Если оно еще совпадает с тем, что написано... Боже мой, это вообще какое-то событие. Обычно у них написано «информации нету», «информация недоступна», либо написано то, что вообще сейчас не идет, и когда мне что-то надо смотреть за вчера, к примеру. Я просто тыкаюсь по времени, ищу что-нибудь подходящее, и потом просто просматриваю все в ускоренном темпе, ищу таким образом, что мне надо. Что происходит, Даша, скажи мне? Разбираешь сумку? И вот это тебе уже не очень нравится, да? Хочется отделаться от этого? Вкусная расческа? Ты играешь на гармошке? Не делай так. Вот она всегда, вот у меня такое ощущение, у нее только два зуба. И мне всегда кажется, что они не доживут до своих сородичей. Пока другие вылезут, Даша эти уже успеет, я не знаю, полотенцем вытащить, одеялом своим зацепить, расческой. Она еще подходит к вот этим вот, к креслу, к дивану, и вот так вот начинает кусать его. Тут очень грубая такая вот этот материал, и она цепляется зубами за него, и слышно прямо, вот это вот слышно. Да что у тебя за прическа постоянно? Непонятная. Ну давай крабиком зацепим. Куда ты его сняла? Вот он. Иди сюда. Вот так классно. Да, обязательно. Давай расчесим Дашу. Ой, Дашу надо расчесать. Вот так причесать волосы надо, Даша. Да. Вот так, вот так. Да. Да. Так, так. Что ты мне под юбку заглядываешь? Все? Ладно, я согласен. Я пошу. Ну что ты делаешь? Ну что, ну зачем ты снимаешь? Все, доросли руки до макушки, да? Ну не надо снимать. Так лучше. Не снимайте, не снимайте. No comment. Уберите камеры. Наконец-то сегодня пришли бусины, которые я заказывала для новогоднего шара, чтобы показать в мастер-классе на их примере. Тут такой хороший пакет, такой твердый, прямо запакован со всех сторон, запаян. Для Даши было бы самое оно. Прям жалко открывать, но блин, уже поджимает, поэтому придется их распечатать.
и сделать шарик новогодний. А тебе пакет достанется, хорошо? Ты не против, так? Ты мне даешь? Ты вот интересно делишься? Либо я чего-то не замечаю. Всем привет! Сейчас будем проводить расследование, которое называется «Куда пропадают камни?» Или «Кто достает камни?» Даша думает, она старатель. Даша, ты старатель? В общем, она достает камни из этого отсюда вот. И потом мне их вот так она мне, вон там, на кухне, даже в ванной комнате, даже, ну, везде просто она эти камни достает, нельзя. И вот ты ей говоришь, нельзя, Даша, не трогай. Она все равно их достает и потом играет ими, как будто больше играть нечем. В общем, мне помимо того, что я собираю игрушки, вот эти вот шарики, 300 штук, Лего, 2 тазика, еще добавились камушки. Поставь их на место. Сейчас я попробую залить его водой, включить, может быть, это как-то ее... Вот пересаживать растения вообще не надо, папа совсем не обрадуется. Нет. Еще у нас тут эта коробка от интернета, и я боюсь, что на нее будет брызгать вода. В общем, накрою ее тазиком, сейчас посмотрим. Эй, Палашка! Смотри, что тут происходит. Скорей! Тебе вообще хоть видно-то со своей прической? Вот иди сюда, тут спереди классно видно. Иди сюда. Даш, иди сюда. Иди ко мне. Смотри, как водичка течет. Что ты там увидишь? Как она булькает. Куда вы полезли, вода? Уже намочила. Это только смотреть можно. Смотреть можно, трогать не надо. Только что-то мне подсказывает. Да, нельзя. Нет. Нет. Давай еще воды немного подольем. Пью. Вот бы влезть туда, скажи, да, и камушки повыдергивать все. Что, взять на руки? В общем, Даша ходит вокруг фонтанчика, дышит на него так страстно. Угукает, смотрит на него со всех сторон, да? Так как мы им почти год не пользовались, он немного такое воняет. Я открыла все окна. Сейчас у нас прохладно будет. На улице холодно, но снега нет. Какой красивый цвет у куста еще остался. Да, ты осторожно, он колется. Давай прямо. Еще я взяла ключ, и, может быть, на обратном пути мы зайдем, заберем наши новогодние огоньки. И сегодня будет красота в доме. Да, деловая колбаса сама ходит. Так. Стой, Дашуль, подожди. Чик. Стой, пусти меня. Так, далеко не ходи, там дорога. Ой, господи, дыгня. Да что ж такое? Я нашла целый этот вот кулек с нашими новогодними вещами. Еще я получила одну книжку с вдохновлялками по вязанию крючком в подарок. Теперь надо взять Дашу и все это благополучно доставить домой. Давай. На Новый год украшают вот не только елки, но еще и просто деревья. Вот там на дереве навешаны эти новогодние шарики уже. Но там просто дерево. Иди сюда, Даша, мы в другую сторону идем. Эй, Даша. У нее, кстати, на одном тапке горит только красный и зеленый цвет, на другом уже только красный.
Даша, нам в другую сторону. Иди сюда, не трогай землю, иди сюда. Вот так вот это все выглядит по-новогоднему. Нам только снега не хватает. А мой новогодний шарик всегда со мной. И это я не про те, которые в мешке. Там не для тебя открыто, иди сюда. Даша. Идем. У Дашки эти тапки, в которых она ходит, уже... Они и не зимние, я ей хотела зимнюю какую-то обувь заказать на Алиэкспресс. Ай, в общем, не знаю, каким образом я смотрела, тут заказала вот такую вот модель. А потом, когда она пришла, я увидела, что она почти не в два раза больше Дашиной ноги на самом деле. Очень огромный размер. 25-й, я даже не знаю, какой Даше нужен, но явно не такой. Я ей заказала другие уже, конечно. Потом заметила, что тут вот эта вот халявка очень широкая такая. Не знаю, может быть, на такую ногу такого размера это будет и нормально, но для Даши сейчас это просто очень большие они. И халявка в том числе. В общем, придется ей походить еще 2 недели в кроссовках. Пока не придут новые туфли, так? Ты уже идешь спать? Сейчас уже было 4 часа, мы идем ложимся спать. Мы были в гостях. Можно и отдохнуть, правда? Еще у меня вот такая вот книжка, то, что я мельком показала. Это, в общем, фирма, которая производит пряжу, называется My Boshi. И девочка... Так, это уже Дашина работа, я вижу. Девочка, которая заказывала у них пряжу, получила книжку, но она как бы особо не вяжет, и поэтому она мне ее отдала. И тут вот всякие разные идеи, вот, к примеру, книжку обписать, вот так вот сделать ей обложку. И тут расписано, к примеру, так, где это я видела, как сделать, лист с яблоком, потом как сделать яблоко, как связать червяка. Ну и, в общем, так вот все шаг за шагом объясняется. Тут много разных таких красивых идей, но что я увидела сегодня, так это то, что девочка одна сделала мастер-класс на ютубе, как связать оленя рождественского, и все, я заболела. Тут у них что интересно, что бросается в глаза, так вот как они презентируют товар, то есть вот идет просто шапка, к примеру, а потом нарисованная фигура, нарисованная вот такой, вот это для детей, да, мобиль. И тут вот нарисована кроватка, все просто вот так необычно. Я такой презентации как бы не видела. Я, конечно, не особо занималась поиском и рассмотрением таких книг, но все равно, вот, к примеру, боссы и вот такая вот девушка. Тут много всего разного, я даже половину не просмотрела, но посмотрим, может, что-то, какие-то идеи появятся у меня еще. Даша уже активно разбирает коробку с игрушками новогодними, с огоньками. Да? Разбираешь? Нет, сейчас тебе помогу, подожди. Ой, на что я тут наступаю? Чьи ноги тут короткие такие? Кик. Ты ласточка? Сейчас огоньки подвесим. У нас уже снег снова немножко пошел, пока Дашка дрыхла. Да? Ты все пропустила. Даша, нельзя так скакать. Викейтес. А, Даша, смотри. Где ты? Смотри, огоньки. Да. Красота. Можешь подойти поближе? Да. Потухли, а сейчас смотри, появляются. Красота. Да. Здорово. Да. Ап-чуп-чуп. Да, завтра я поищу еще переноски, мы навесим на все окна огоньки. Хорошо? Ты со мной согласна? И Фунтик, ты со мной согласен? Конечно, да, конечно, да, конечно, да.
Да, пока-пока. У Даши реакция на камеру, только вид, я пока-пока. Вот в зеркало посмотри, вот наклонись вот так. Даша у нас уже ходит в коронке. Мы ее немножко модернизировали, то есть доломали те части, которые еще остались, чтобы она везде была симметрична. И теперь вот так. Да? Ну зачем? Ты что, не хочешь быть принцессой? Давай я тебе буду ее одевать. Давай.